Если только нам не выдадут деньги, мы соберемся все вкладчики и пойдем бастовать и перекрывать дороги. Надежда есть? Я думаю, что нет надежды. Пропадет все у нас. Пессимистичное настроение вкладчиков вполне объясняется отчетом о результатах проделанной ликвидкомиссией работы. Основная часть активов Умитбанка размещена в выданных кредитах, которые на сегодня составляют более 190 миллионов тенге. Только их возврат может разрешить создавшуюся проблему, но как раз с этим туго. Крупнейший судозаемщик банка ТРС «Казметаллургстрой» находится в удручающем финансовом состоянии. Между тем его долг с набежавшими процентами 143 миллиона тенге. Источником для полного погашение задолженности треста может быть только дебиторская задолженность бывшего кормит-комбината, которая при передаче предприятия иностранной фирме была заморожена правительством до 17 апреля 1997 года.